Во-первых, зритель, я вдруг обнаружила, что на ноутбуке можно управлять яркостью камеры. Во-вторых, я подумала, что я же могу повернуть штатив. Повернуть себя вот на себя. Вот так. Как? Вот так. Вот. И вблизи сейчас тебе покажу, смотри. Если ты вдруг решишь себе такую купить, потому что Горбушкин хотел ссылку на нее. Оп. Вот тут толсто, а тут кажется будто гвоздик. Я думала, раз тут гвоздик, значит оно приделано и нельзя отсобачивать. А где вот за крышечка вот так, я думала, что оно зацепляется на самом деле. И вот это, где нарисован такой вот этот штучек, вот. Наверное, сфокусировалось, вот так вот. Просто у меня ноутбук вот так, перпендикулярно, сейчас. Вот. Вот. Все. И тут, короче, и как-то оно должно, короче, открыться. Вот. Вот, короче, оно вот так вот открывается. Вот и наша маленькая фигня. И тут оказывается кнопка, чтобы она нажималась. Вот эта кнопка, она вот здесь. А тут другая кнопка. Вот. Я потом на камеру, ну, на свою Sony камеру отдельно конкретно так запишу, ну, чтобы я уже знала, чтобы я у камеры не сидела такой, блин, как это открывается. И не в монтажке не сидела, 300 лет записывала, вырезала. В общем, вот оно вот такое вот. Вот она, наша Сандикама. Тут еще пленочки-ка всякие защитные. Сейчас это вот будет один ролик, потом второй ролик на канал без монтажа прям зальется. Привет, зритель, и пока!